Приветствую вас, друзья! Не забудьте подписаться на канал и досмотреть видео до конца. Недолго Артем Грант ходил холостяком и жаловался на токсичность Кристины Бухенбалте. У Гранта появилась симпатия к Альбине Валиуллиной. Вернее, он теперь дружит с Альбиной и Андрианой Утиной. Проводит с ними время и развлекается. Выглядит поведение Гранта со стороны как детский сад и желание задеть Бухенбалте, которая испортила Артему и Никите Балыкину выступление на конкурсе. Крис полезла на сцену, когда снимали номер Артема и Никиты, якобы с целью помочь, но выглядела при этом навязчиво и плакала, спровоцировав скандал. Оказывается, на проекте произошла очередная потасовка из-за Кристины, а Безус даже сломал палец. Сейчас Артем говорит о новых отношениях, но он не решился ухаживать за Альбиной, потому что Валиуллина ему не доверяет и видит со стороны участника «Дома-2» намерение позлить Кристину. «Буду его поддерживать как друга, если он не сделает мне зла», – признается в своем недоверии Альбина. «А вы как считаете, долго ли Артем будет провоцировать Кристину и чем это закончится?»